И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 1, я ее нашел в воркшопе сегодня. Серега, поздоровайся. Всем привет. Давно у нас не было рубрики, аниматроники гоняются за нами. Так что Серега будет спамить, потому что я наставил кучу здесь освещения, спаунов. А Серега у нас будет сегодня вредитель, ставить куча всяких аниматроников. Засранцев. Засранцев, не так, как просто это сказать, наверное, правильно тогда. Ну и будем начинать. Если пьете, кушайте. Приятного аппетита. Погнали, Серега. Веселиться. Сначала просто поубегаем, а потом, если что, что-то попридумываем. Так, ого. Там лимит стоит, штук 100 вроде бы. Это первая волна, да? А немного для первой волны? Не, мало. Так, пацаны, давайте. Все бежим в подвал, встречаемся в подвале. Кто первый, тот красавчик. Кто последний, тот козявка. Фонарик включаем. А, не, тут видно что-то. Так, я в подвале. Тут еще ниже есть. Еще ниже. Это Мефилис. Во, я на бочке. Они тут не достанут меня. Классно. Он кряча бежит. Так, пацаны. Ой-ой-ой, сейчас кто-то умрет. Крячка сдохла. А, кряча упала и умерла. Так, подожди, а что они сюда не бегут? Сейчас прибегут, я чувствую. Толпа бежит. Нет? Пацаны вздыхают и вздыхают. А нам ничего. Серега, а ты за этого Папайруса играешь? Да, я Папайрус. Вот у нас сегодня, знаешь, Серега, режим выше земли. Царь горы. Или царь горы, да? Так, тут тупик. Или это, пол конечно... это лава. Ага, пол это аниматроник. Фредди побежал. У меня фонарик забрали. Нет! Блин, какой-то челик меня толкнул. Во! На эту бочку легко запрыгивать. Отлично. Они бегают здесь внизу. Они нам ничего, да, наверное, надеюсь, не сделают плохого. Фонарик забрали. Наверное. Вот жлобы. Хорошо, что я поставил свет. Ой-ой-ой, Серега, я вижу, как ты там ходишь. Ого, они на меня все сагрились. Я к Сереге бегу. Аккуратно. Так, 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 они там толпятся. Че, застряли, за мной что-то боньки идут. Что-то они слабо совсем. Не, кстати, вот тут они уже гоняются, пошла. Они от углов. Упала опять кряча. Так, я наверх. Фонарика нет, украли. Я самое дольше, наверное, прожил. Потому что пацаны. Я живой еще, и я живой. Ты еще ни разу не умер, что ли? Нет. А это законно? Да. Понял. Думаю, что да, за мной Бонька бежит, правда. Ну, а так законно. Ой-ой-ой. Так хорошо, что нас стали. Ух ты ж, моя мами! А ты где, внизу там? Я внизу был, решил подняться наверх. Ага, а здесь вообще жопа. Ой, мамочки, я, кажется, это навожу в кучу штаны. Так, пацаны на столах стоят и боятся спрыгнуть. Серега, привет, как там у тебя дела? Ты я где? Вниз. Я вниз, я вниз. Ах, блин. Что такое, какая-то стрёмная волна, очень сильная. Так, где тут кухня? О, чё они не идут за мной? Тимас... Что, что? К аниматроникам подключаются старые добрые друзья. А ты марионеток много поставил? Да, прилично. Фух, вовремя я запрыгнул на стол. Ребята, это просто доли секунды, а я бы слился. Ну и чё ты их наставил, и ничего. Просто ничего. Просто гоняются. Какие-то они бешеные. Я, наверное, даже если я спрыгну, я доли секунды пробежу. Проживу. Давайте попробуем, смогу я через вентиляцию убежать. Раз, два, три. О, я живой. Я живой. Офигеть, они меня не могут догнать. А! Блин, жопа. Догнали. Я ж дернулся. Я в туалет. Серега, как у тебя там дела? Нормально все? Живой? Да, я тут валяюсь, дохлый. Ого! Нифига себе ты их сколько поставил. Так, в туалете, да? А, я вон, я вижу, ты же тоже слился. Че, Серега, сыкаешь, да? Да, мне надо спасать ходить. Смотри, я не боюсь никого. Они застряли! Они просто стоят. Друг в друге. Ах ты ж, блин, откуда она взялась? Хорошо, зацикливается анимация. Стоит себе, просто стоит. Давайте какую-то оружку легенькую возьмем, кроме админского пистолета. Не, это не особо. О, я попробую спайдер-модом на другой стол перепрыгнуть. Челлендж. Так. Эх, еще раз. О, Серега, я могу прилипать. Ты где? Я это, в спайдер-моде. А вон, я тебя вижу. Смотри, они гоняются со мной, я успеваю убегать. Смотри, смотри, смотри. Опа. Чпон. Димас, отвлекай их, я пока вниз стреляю. Смотри, Фредди стали все на проходе.
Есть, я успел. Чего раньше так не придумал? Так. И летаю над потолком. И смотрю, как пацаны. Немножко читерски, может, но в этом есть прикол. Так, 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 так. Бегут за мной, быстрей. Летай, 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 летай. Серега, ты можешь так, как я? Ты где? Так я на потолке. А вот ты где? Ах ты жук вонючий. А чё я жук вонючий? Я спайдер-модер. Спайдермен, спайдермен. Он вонючка. А, я упал, еще раз. Так. Я, пожалуй, заморожу аниматроник. Уго. А, вот так прям можно по чуть-чуть. Офигеть. Классный мод. Убивается. На изично. Вот ты спринтрапов поставил? Да. Мне это нравится. Так, что-то ваши бомбы не замораживают. Я не могу аниматроников заморозить. Ой, я знаю, какую бомбу надо. Она реально классная. Вам понравится. Сейчас. Нейтриновая? Нет. Вот. Вот это вот. Она не убьет всех, но она очень классно взрывается. Пацаны, бегите. Ой, мамочки. Бегите. Ух ты. Ой, тут все горит. Пацаны, ну как вам бомба? Мне понравилось, да? Классная. Так, сейчас, пацаны, две штуки взорвем. Мне кажется, надо две взорвать. Они живые остались. Блин, взрывайся. Ай, жесть. Еще одна, Серега. Блин, так эпически они взрываются. Мне сейчас той серии понравились они. Блин, Серега, почему их не убивают? Что потому что это газовые бомбы. Она мне нравится по эффектности. Она и не вылетает никогда. Ой, я знаю, что можно еще взорвать. Стой, может не надо взрывать ничего? Вот это что за бомба? Что за... Что это? Это пердежная бомба. Я хочу таких пердежных бомб много штук взорвать. Так. Не, они какие-то слабые. Я думаю, они хоть немножко хп тратят. Надо комбайновую бомбу. Нифига себе, от них эффекты классные. Так, пацаны, я спрыгиваю. Где они? А ну идите сюда. Блин, у меня скример на лице. Ух ты, жесть. Ого, то что это такое за бомба? Да комбайновая бомба. Сейчас кто-то еще будет? Да все уже. Прикольно. Ой, Димас, это ты эти бомбы поставил? Да. Я тебе помогу. В активации. Да так ты не активируешь. А как это? Вот активируется. Ого! Такой эффект классный. Я знаю, вот эта тестовая бомба, это что? Ого, это тестовая? Нифига себе. Или топливо. Серега, ну ставь еще аниматроников. Да нет проблем. Сейчас будет. Так, а мы сейчас взорвем. Раз. Давайте, не знаю, вот так, наверное, положим их в рядочек здесь. Это, ребята, вот эти бомбы мощные, тест. Которые Сереге, наверное, очень понравились. Я не знаю, что будет с горизонтом, но мне кажется... А, ну это ядерные бомбы. Нет, так а что я их взрывал, они не ядерные. Это ядерные, это самая слабая ядерная бомба. Это тестовая. А чё не катятся? Тут полы, короче, жамшут делал. Полы кривые, Серега. Под уклоном пиццерия. Ой, а может их активировать знаешь чем? Сейчас. Оружие. О, НТТ, наверное, вот тут где-то оно еще, я помню. Я знаю, чем активировать. Чем? Ого, их! Еще ставь, или хватит? Ой, ребята, что сейчас будет, я не знаю. Готовьтесь! Ого! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон, Покемон, Кирилл и Серега. И сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем делать выживание с аниматрониками. Ну что, Димончик, давай спамим много штук, а мы будем их гасить. Давно мы этого уже не делали. Пора на этой новой карте всех помочить. Карта, кстати, ребята, это с Роблокса. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита, чуть не забыл пожелать. Давайте, занимайте свои позиции самые мощные. Давай. Но я пока...
А ты кто у нас, Диман? Дэдпул пират, что ли? Ничего не въезжаю. Ну да. А ну дайте я подожди покажу. Ребята, смотрите, кто он. Прикольный челик. А я сейчас покажу, кто я. Ой, там уже Вали войдет, но я все равно покажу, кто я. Смотрите, кто я, какой красавчик, а? Все, погнали. Валево начинается, Диман. Валево начинает. Лайк поставил? Поставил, молодчик. Красавчик. О, мочилово пошло. Не, ребят, давайте бегать, так неинтересно. Да, бегаем. А, ладно, давайте стоять на месте. Я испугался, блин, сильно. Вот плохие аниматроники. Сейчас мы будем им мстить за то, что они со мной сделали. Мой любимый дробаш. Батут. Там батут, ребята, есть. Сейчас мы вам все покажем. Батут класснючий. А, блин, так не залететь. Ладно, давайте пролетим, то полдня буду лететь. Вот, ребята, батут, смотрите. Ой, если буду прыгать выше. Ну, попрыгай. Ну, такое себе. А ну, если надо свысока, а ну-ка. Ого! Я так люблю это делать. Мы всех аниматроников. Они гасят, а я на батуте прыгаю. Классно играем. Мы победили. Вот это я подлетаю до самого конца карты. Один раз низко, второй раз высоко. Клёво. Все, ставим. Давайте, готовы. Да, да, давай. Ну спрыгивай, кабан. Кабака старая. О, пошли, 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 пошли. Не-не-не-не-не, я похлеб, я вспомнил, меня мама зовет. А чё он упал? Фокси, ой, Фредди. Голден. Все, я начинаю, я бегу, спасите. Блин, они тут бегают топово, Димон. Жесть, они просто бегуны какие-то. Блин, карта оптимизирована, вообще идет. Димон, знаешь что, как на батуте. Димон, ты марионеток заспамнил, я их боюсь. Знаешь, нет! Блин. Димон, иди ко мне. Да, иду, 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 сейчас возьму оружку. Покажу тебе прикол. Я если что около батута, иди ко мне. Иду. Где у нас около батут, батута? Вот. Вот тут, вот, иди ко мне. Видишь меня? Смотри, да. Смотри, как я могу сделать. Ой, подожди, еще раз. Я могу так сделать. Нет, Димас. И на дом запрыгнуть сразу или что? Смотри, опа, и вот так вот вперед, вперед полететь можно. Блин, я их боюсь. Да, как же. Я маринетку могу обмануть, смотрите. Оп, оп. Нет, 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 нападение. Так, чё, какое оружие взять? Я же пират, у меня должен быть свой попугай, который носит бомбы. О, крячки, крячки полетели. Крячки. Заспавни себе побольше бомб. Давай, попугай, помогай мне. Попугай, мочите его. Ой, помогайте ему. Помогайте, попугай. Где марионетка? А, все, нет, у меня еще где-то марионетка на экране спавнится. Так, она может устроить тебе засаду, аккуратней. Давайте ее найдем. Ищем, ищем. Маринетка идет. Она засала, испугалась. Так, возьму дробовик, как у пирата настоящего. А ну реально, можно так знает прыгнуть? Самые крутые фильмы про пиратов. Блин. Пираты Карибского моря. Все знают. Пираты Карибского речки. Я нашел марионетку. Где она ныкается? Вот, я прыгаю. Подожди, стой, не убивай. Вижу, вижу. А чё нас сыт? На, получай тебе за чётко, всё чётко. Ты её затыкал дулом, а не пулями. Вот это мясо устроили вообще. Маринетка, не обижайся, это так, просто чисто поржать для записи. А так ты добрая. Она растворилась в воздухе. Уничтожили. От позора растворилась. Миссия выполнена. Диман, кто сейчас у нас будет? Бошки, бошки! Ого, ты псих. Все, вам хана. Отныне вам хана. Ах, блин, не стреляйте эти шары. Они, у них большой радиус, не надо. Чересчур имбовая. Я с револьвера стреляю, не плачу. О, РПГшка. На, получай. Ух ты, блин, базу какая-то фуфлыжная. Ой, голова летела, летела, передумала. Вспомнила что-то. О, сзади, сзади, спасите! Кирюха, успокойся. Простите, ребят. Не надо взрывоопасно, наверное, брать, да? То мы друг друга убивать будем. Да, так не надо брать. О, нормальный пекарь, пойдет, погнали. Давай возьму из дума что-нибудь топовое.
Еще в Думе есть класс. На. Базука. Шотган, во, шотган. Опа-на, вот это шотганчик. Неплохо так пробивает эту броню. Так, уходи. Все, все побежи, да? А ну этот как откинет. Какие? Ладно. Дима, все, смотри, молодцы, что у меня есть. Так, вы готовы? Это что? Не-не-не, не надо, не надо. Мы все умрем. К полной жести готовы? Да. О, нет. Или да. Так, тут немножко застряло пару людей. А, они как-то плохо на этой карте ориентируются, они, может. Они невидимыми стали. Во, нормально? Давайте Сириус сам 2 возьмем. Я валю, спасите, тут огромная армия со мной. Смотрите, армия какая. Вот это армия. Ох, блин, не-не-не, фартануло, пацан, к успеху ушел. Отомсти за меня. Получайте. Вас очень много, но я... Да что меня сегодня убивают все? Я перепутал тебя с аниматроником, ты черный. Сам ты черный, я белый. Расист. Ого, тут люди, как будто они, знаете, это ребята на 1 сентября в школу бегут. Нет, останьте, это учителя, Димас, мы учителя. Это учителя, да. Спасите, помогите. Помогаем, Димон, валим их. Спасите, школота напала. Хейтеры. Это хейтеры, да. Да, хейтеров убиваем. Смотрите, уже все меньше и меньше. А, блин. О, возьму дробаш с Эриос М2. Блин, я не знаю, люблю дробовики, мне очень нравится. Мы давай, Димон, удиви. Убили, да? Кого, кошмаров поставить, Димас? Того, кого хочешь. Ну, а где, где? Парочку кошмариков. А, блин, они страшные. Не, какой-то слабо, оно это. О, вот этот будет меньше у него разлет. Сколько она помощнее будет? Все, вам... Кошмары невидимые становятся. Да. Ай-яй-яй-яй, уходи. У меня пулемет классный. Да. Кошмар быстрее бегает? Ты чё? Кладитесь тут. А кошмар, он по прямой очень быстрый. Он как... О-о-о! Жесть, тут армия целая. Да что он бессмертный? Есть. Я думаю, тоже не случится. Плазмоган возьму лучше. На раскорячки. Получайте, получайте. Нормально валимся. О, я знаю, что мы в конце сделаем ядерный взрыв. По старой схеме. Да, поставим кучу. Кучу аниматроников поставим. Да, Аллах Акбар, как я помню. Серега, взрывай, Аллах Акбар. Нет полкарты. Всем понравился тот момент. Обиделся, да? Париляш, отдохни, спина болеть будет. А ты что тут... Хорошо убивать. На. Получи. Так, ну мы в принципе не такие уж и слабые. Да. Давай, Димон, много-много марионеток. О, ну ты напросился, Димон. Да, давай, давай, хочу много штук ткенций. Все, они сюда. О, все хватит. Все нам жопа. Или не хватит. Спасите, я даже... Это вообще жесть. Нет, мы все умрем. Не умрем. Они меня зажали, все, я в хана. Что ты на мою гранату напоролся? Мои последние слова, все, я хана. Они их дамажат, их смотрите, их там дамажат. Отлично. Я как с пулемета. О, тут снайпер, снайпер. Это не снайпер, это Димаск. Блин, не могу попасть мечом, я руки потрубывать. А, это феник. Да смотрите, я уже на голове стою. Может, ты не бьешься, говно. Димон, я прям на марионетке, она меня не убивает. Вижу. Как так может быть? Ну убивайся, эти сабли рублю по спине. Марионеточный салат кто-то заказывал, подходим, недорого. Салат из марионетки полосатый. Димас, ты видел тут? Иди сюда, покажу тебе. Смотри, сколько марионеток тут, Димас. Ого. Спасибо. Я знаю против них хороший метод. Не подходите туда только. А-а-а.
Это было жестоко. А ну давай, заруби их мечом. Они не рубятся, они какие-то металлические, шоли. Шоли. Так. Удар с космоса. Ой, красиво. Ой, а че вы все умерли? А, не, один только. Я не умер. А, Кирюха, это обраточка. Убил его, да? Ну так случайно так получилось. Пионетка. Пацан к успеху ушел. Ладно, что давайте серию 7-2. Какое оружие вообще не брал? Засали во. Все, да? Нет, сильно им было. О! Пионеток боитесь. А их там сколько понаплажда... Круто, блин, мне эта снайперка, Димон, нравится серию СМ2. Бегите. Ой, извини. Прикольно разлетается, как куски говна. Моем полы марионетками. Да, вот так и делаем. Ой-ой-ой, жесточайшая. Не, ну если бы не мои гранаты красные, мы бы их еще обвалили. Но я просто знал, что мы их сможем. Да, их долго поубивали. На середину, потому что так будет прикольно, мне кажется, не? Короче, на счет 3 стреляем. Раз. Подождите, два. подождите, я тоже приготовлю. Хорошо. Раз, два. Три. Три, погнали. Ого, а я за карту залетел, меня не убьет. Проверяем Гаррис Мод на прочность. О, жесть. Вот это, все стрельнули или кто-то не успел? Я стрельнул. И я стрельнул. Все, все, смотрите, все, тут тупо. Вот это жесть. Не, иди, я в обнимку. Димас, я в обнимку был с анимацией. Ну нормально, я вижу, ты, наверное, любишь марионеток с детства. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кошак, Робби и много подписчиков. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта Sandbox. Всем привет. Ну что, сегодня мы сделаем необычный ролик. Сегодня мы сделаем так, что не я буду ставить волны аниматроников, а подписчики. Так будет намного интереснее. Если вы хотите с нами записывать, ссылочка на Discord в описании. И если пьете и кушаете, приятного аппетита, не забывайте подписываться, веселиться и угорать. Ну что, Серега, давай ты будешь первый делать волну. Давай. Жесткую. О, вот так вот, да? Давай побольше. Ну куда? Ну что ж ты, на счет 3 спрыгнем, давайте. О, знаете, что мы потом заюзаем? Метеоритный дождь. Аллилуйя. Так, а что все сюда? Вы что за нами бегаете? Так, о! Кушать хотят. Я хочу кушать. Давайте проверим, в воду забегут они или нет. Кстати, вот это очень интересно. Ребята, поставили на 8 игроков. Теперь в наших роликах будет намного больше участвовать подписчиков. Они и из рандомных людей. Они взрываются, Серега, смотри. Да ладно, да как? Этого раньше не было. Или было? Было. Было. Всегда было. Смотри, было Димас, всегда. Идет куча. Идет ара. Кстати, прикольно. Эй, Фредди, тебе сейчас посрачника дам. О, по спине ему лупашу. Давай, лупаши. Ребята, давайте мочите его монтировками. Воу, это было эпично. Так, ладно, Виктор Кошак, давайте мы летим. А, еще пару челепиздриков идет. Давайте к нам все. Так, давайте воду маните их, заманивайте воду. А в следующую волну не будем уже воду забегать. Так будет неинтересно. А то они взрываются реально жестко. А то это жульничество какое-то. Да-да-да, это читерство. Так, еще один остался челепиздрик. Давай, воду иди. Димас, плюштрапы идут. Так, пошел. Что-то слабо, что-то очень слабо. Давай еще кого-нибудь. Интересно, плюштрапы будут под водой или нет? О, давайте проверим. У-ху-ху-ху, рыбкой. Так. Они под водой. Да ладно. Че, серьезно, что ли? Да. Ой, больше не ставьте, у меня что-то подвисало немножечко только что. Воу, кошмарные. Ой-ой-ой, он за мной бежит и очень быстро. Задним ходом Бенни Хоппи. Эй, он под водой бегает. Смотрите, ребята, я плаваю, а не подо мной. Классно. Серега, а что ты ноги поджал? Боишься? Да, укусят еще за жопу. Или за ногу затянут. Давайте, ребята, попробуем под водой умереть. Что будет? Я по воде хожу, как вы. Да ладно, ты крутой. Они меня не... А, не, трогают. Ой-ой-ой-ой-ой, ладно. А, вот зачем я полез, если я уже проверил, что... Балди, живи... Как это я под песком? Так, тут куча столов уже с вредьками гоняются. Так, что-то слабо, что-то... А, они все под водой, что ли, теперь тусуются? Они все померли. А вы все померли? Они все померли. Они что ли под водой умирают все-таки? Да, пропали. Ладно, давайте кто-то из подписчиков. Давайте, знаете, сундук. Давай ты ставь аниматроников. Давайте будем новеньких людей привлекать. Пусть покажут свое умение удивлять.
Во! Во, кстати, вот это мне нравится. Давай, чикай кошака. Не-не, не меня, я очень добрый пока, мисс что. Так, сюда. Фиолетовые говнюки. Нормально. О, молодец, давай. О, пошла жарища. Чик. Головешки. Головешки. Меня сожрали. Так, воду не будем прыгать, будем все-таки вот так как-то подбенихопивать. Ты когда в толпу ставишь сундук, они не бегают. Ой, Golden Freddy. Аниматроники как-то в горочку медленнее бегут. А, кто-то упал, Сережка! Я живой, это Пикачу. А, Пикачу. Головашка. Паркуришка. Бежим. Оп. Оп. Блин, прям на режек залез. Так, давайте... А, за мной две головашки бегают. Блин, мне так нравится, не знаю почему, но мне нравится. Получаю удовольствие сейчас. Вся карта живая, прям сандбокс у нас настоящий. Короче, давайте мы немножко разрядим обстановку. Мамочка. Бум. Ладно, пошутил, давайте жестче. Это была разогревка. Они сзади. Пацаны, прощайте. Давайте, кто выживет, тот красава. Метеоритный дождь. Аллилуйя. Да, ты эту песню знаешь. Я живой стал. Двойной испуг. Оверлей. Ай, балун бой, отвали. Че, вот это метеоритный дождь такой слабый был? Да. Не понял, надо исправить. Еще разок. Я хочу, чтобы кого-то убило еще из NPC-шек. О, я в здание пойду. Серега, в здании можно прятаться. Во, четко. Бум, вот. Ребята, ты что, класс, мне нравится. Надеюсь, вам тоже поставить лайкос. Я такую штуку сейчас поставлю. Ты ее помнишь, моя любимая. Сейчас, тут еще кишки у нас лезут. Ого. Блин, жахнуло жестко меня. Шары смерти. Бегите, глупцы. Они, кстати, просто красивые, но не сильно моча, да? Не, нормально. Так, еще не все убились. Давайте хоть немножечко по голове постреляем. А сколько у них жизни? Серега, ты знаешь, сколько жизни у фиолетовых челиков? Бум! Ну это жестко, пацаны, очень жестко. И мне это нравится. Умри. Коша, как эти... А, я думал, то я тебя убил. Чё, всё? Не, меня фиолетовый. Голова? Голова летает. Ха-ха, как она отлетела. Ладно, пацаны, я взял монетку, я немножко разозлился, но не будем больше этого делать. Я прыгаю просто вниз. Шпион... А, они вниз не прыгают, они обходят. Понятненько. И ну раз так хочется их жахнуть. Так, может давайте какое-то оружие будем использовать, такое простенькое, чтоб не имбовое. Давайте дробаши с Half-Life. Дробаш из Half-Life нормально рулит. Так. Отвали голова. Ох, я из дробаша вырубил. Кто-то спавн поставил. Не, спавны, пацаны, не надо. Давай, удаляй их спавны. Сундук. Давайте я карту очищу, все живые? Да. Так, ребята, следующий у нас будет ставить. Айм Пикачу, давай, так. Доверяем тебе. Сейчас, наверное, что-то он замочит жестко, я уверен. О, я этих аниматроников знаю. Крутые, очень классные. Они же такие звуки прикольные издают. И что, вот это сразу ко мне Дима, ты бежишь? Беги. А что это такое ты кинул? Шары. Не шары. Ого, их наставил. Давай еще, мне мало. It's more. Что это за пингвины? Не, пингвинов не надо ставить, удали их, потому что они делают скримеры, их тяжело убрать. Пингвины не катят. Давай еще кого-нибудь... О, обезьянки! Чи-чи-чи, давай, погнали. А с паркурчиком. Я не советую так много таких аниматроников ставить, а то плохо будет. Кому? К серверу. Твоему, да вроде нет. Твоей игре. Не, 60 FPS, чётенько. Может вылить. Может, ну, навряд ли. Мы в конце постараемся сделать, чтобы вылетело. Я знаю, Серега, ты знаешь много методов крутых. Да. А эти аниматроники взрываются в воде? Нет. Нет, да? Там макаки бегают. Так, надо стоп-сон заготовить. Оп, есть. А, но все равно этот звук идет. Это за то, что они бегают. Так, не понял. Давайте, короче, возьмем дробашончик.
И раздупли их. Классно, они бегают очень быстро. Уже с разных сторон. Так, заряжаемся. Так, тот с мечом лазерный бежит и по жопе лупит. Давай, лупаешь его. Ее. Блин, убили, убили, убили. Ой, какие-то артефакты, вы видите? Что это за вакханалия? Я убил макаку. Макака есть. Давайте дробашами по спине. Сзади, сзади, Мас, хочет обойти. Помощь нужна. А, ты хочешь что-то жестокое сделать? Орбитальный удар. Давай, погнали. Ой, блин. Бегите! Только не меня, не меня. Так, четко ты их сжег, красавчик. Так, давайте еще поубиваем. Добьем уже этих. Блин, мне так нравится так веселиться. Бум. Да смотри, что делает, а. Ядерку уберите, не надо. Ядерку рано еще, пацаны. Ух, еще прятом я умер бы. Ай-яй-яй, беги, поступь. Ух, сжег кишки из жопы. Ой, простите. Ничего страшного, так интереснее. Блин, классно, так небо высоко здесь. Прям вид. Ай-яй-яй. Так, надо какое-то оружие серьезное взять. Это все шутки прочь. Пора наказывать их. Так, давайте, ладно, давайте монетку по старой схеме. Мне так нравится это оружие. Бум! Да как? Они не убиваются, что ли? Я на них винчестер припасен. Они не убиваются, почему? Димас, может мне воспользоваться уже этим моментом? Давай, давай, покажи силу взрывной бомбы. Так, ребята, они прям подо мной плавают. Я им живым не дамся. Возле них поплаваю. Я будет мясо. Давай, 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 мы ждем. Серега, взрывай уже что-то там мощное. Ух ты! Вот это эпичный взрыв. Ой-ой-ой-ой-ой, все залагало, ребят. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Режим у нас аниматроники гоняются за нами картов на F2. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. У-ху, уже настроение у нас очень классное. И пацаны будут спамить аниматроников. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем веселиться. Уже заходят подписчики. Если вы хотите с нами играть, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Ну что, давайте, кто будет? Давайте одновременно, у нас лимит 20 NPC, так что ставьте одновременно разных. Я надеюсь, будет весело, и вы поддержите лайкосиком и поставите подписку, и наоборот. Так, давайте больше, сейчас я хочу... кого разгоню. Давайте больше, больше, больше. Во, стрелять не надо, просто давайте поубегаем, а потом уже... Не, кстати, Фокси здесь как-то как рахит бегает. Наверное, его не надо ставить, а я могу на стол запаркурить. Уже вижу. Опа, мангл тоже пойдет. Кстати, а давайте проверим, гоняются они по всей карте. Я вижу, гоняются, значит, это хорошо. Мне нравится. Так. Это 20 штук, что ли? Что-то маловато, пацаны. Во, бегут, бегут, бегут. Отлично. Ой, марионетки пошли. Все, ребята. Лимит у нас сделан. Давайте теперь, кто выживет, тут красавчик. Марионетка за мной. Это очень плохая примета. Ух ты! Вот это здесь у нас в арханале творится. Ого, их тут! Ну что, вы с эти, да, спрыгивать? Я не боюсь. Не бойтесь. Они вас не любят. Ой-ой-ой, они прям рядом останавливаются. Так, смотрите, убили одного. Ого, что у нас тут? Давайте сюда забежим. А, этот умный забежал в эту комнату? Они не могут пройти, они очень жирные. Нормально. Так, а кто там у нас еще отошел? А, вот этот звук такой прикольный издает. Как робот ходит. Что-то они слабо гоняются? Ну, гоняются. Тут надо другие паки ставить. С FNAF 2 если ставить, они четко гоняются. Ого, тут трупейшенов. Ой-ой-ой, надо запрыгивать. Во. Или с FNAF 2 на... Фокси не будет, пацаны, бегать, уже проверено. Он вообще ни на каких картах не бегает. Ладно, давайте я вам помогу. Я думаю, это будет очень жестко. Где-то 50 фиолетовых челиков. Так, 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 ставим. Они тут прям тусовку какую-то устроили. Хватит? Или еще? Наверное, не хватит. И не так, как мы будем выживать. Они уже сквозь пол проходят. Так, ну чё? Я готов. Сейчас еще поставим, то вам немало. На головах уже стоять, нема их куда ставить.
Так, давайте попробуем спрыгнуть и проверим, что с этого получится. Блин, ну сейчас если я спрыгну, они сразу меня зарежут. Нет. А чё они не ходят? Я ошибался, они ходят. Вот это жесть, что творится. Давайте еще раз попробуем спрыгнуть. Так. Идем, идем, идем. Смотрите, не пускает меня с прохода. Какой-то фиолетовый человек очень злой. Я знаю, как их можно развеселить. Сейчас, сейчас, сейчас. У меня есть одно веселое оружие. Давайте проверим, сколько максимум я смогу их убить. Да что такое? Вечеринка фиолетовых челиков, я знаю. Хорошо, не будем им давать пощаду. Давайте вот так стрельнем. Бум! Это было очень жестко. Как-то на этой карте они не очень сильно бегают, NPC-шки. Когда я проверял, там штук 5 классно бегают. Когда сильно много, они вот так вот просто разлетаются в разные стороны и все. Ой, просрало. Ай! Что он делает? Хорошо, наверное, знаете, надо кого мне поставить, чтобы было весело? Давайте попробуем маринетку поставить. Мне кажется, она самая такая бегучая из всех. Так. Так, ну давайте я спрыгну и проверим, как они бегают здесь по карте. Так, я вижу. А ну, тварь, Бенди, спрыгивай, не ссы. Я тебя прикрою. Ай-яй-яй, я и себя прикрыть не могу. Ну ладно. Не получилось, пацан, к успеху ушел. Давайте еще разок попробуем. Так, 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 давайте вот сюда побежим. Зайдет, не зайдет? Ай! Да, вот эта маринетка, она везде бегает. Самая имбовая из всех. Фиолетовый челик, надо их, короче, поубивать. Плохо они себя ведут. Так, оружие слабое. Бум! Сейчас мы их очистим и поставим много марионеток. Так, ну чё, вы готовы? Теперь будет жестко, очень жестко. Так, так, смотрите, она труп не может обойти. Давайте еще здесь поставим. Ого! Я разошелся. Во! Псих, псих, пошел! Так, ну что, пацаны, давайте, нас четверо. Кто дольше всех проживет на полу? Или когда выпрыгнет из сцены? Я сейчас попробую попаркурить на столе. Так, шарами не стрелять, потому что сейчас кого-то убьет. Плохое оружие. Хоп! Есть! Блин, аж дернулся. Нет, не получилось и в этот раз. Так, а чё они замерли все? Эй, Арнольд Шварценеггер, прощай! Ха-ха, не за ним все побежали. После такого не живут. Кидай гранату, да? Не, не работает. Смотрите, они прям там кто первее. Так, я попробую дольше выжать, чем обычно. Оп. Ай, о-во-во-во, я успел на стол запрыгнуть. Да блин, да как она на стол залазит? Это что, маринетки друг на друга могут залазить, что ли? Так, хорошо. Как бы нам добежать? Давайте, пацаны, кто добежит до рабочего стола охранников, тот красавчик. Челлендж, добеги до рабочего стола. Сейчас я попробую, ребята, сейчас я попробую. Так, они отвлекают их. Сейчас за мной еще все равно охотятся. Давайте в эту сторону побежим. Оббежим. Так, так. Ай-яй-яй, да что ж. Добежал? Да ладно, дай я полечу, посмотрю. Я не верю. А, ты добежал, но умер. Я понял, я тоже так могу. Короче, надо, знаете что, добежать и закрыть дверь в темницу. В кладовку. Так, давайте, пацаны. По очереди. Бенди пошел. А что за Бенди не охотится? У меня, кстати, знаете что? Нету скримера на лице. Может, она за мной не бежит? Нет, бежит сразу. Ай! Как бы так сделать, чтобы она меня не убила? В Пикачу вечно застрял. Давайте еще одну точку спауна, наверное, поставим. Чтобы мы не застревали в друг друге. Во. Это будет сильно. Смотрите, что делать. Никого не пускает. Смотрите, ну, как пройти? Так, давайте попробуем сейчас. А как пройти? Давайте попробуем с подарков прям жестко прыгнуть сразу туда. До прохода. Есть, есть. Ай! Арнольд тащит, да? Да блин, как пройти? Пацаны, давайте, предлагайте, как это сделать. Бежим сюда. Бежим, бежим, запутываем. Ай! Пикачу не тащит. Может, давайте их меньше штук поставить? Штук 5, может. Ай, спрыгнул. За мной никто не охотился. Они охотились. Так, ладно, давайте я немножко убью их и поставлю меньше их. Вот так вот. Сейчас еще почищу вот эту одну.
И еще. И еще. И еще вот эту. Вот это они разлетаются, прям просто эпик. Так, получается, мы всех убили или еще есть где-то? Ну, давайте спрыгнем. Вот они, вот они! А что ты им ничего не сделаешь? А, чувак закрылся в этом. В кладовке, мастерской. И пытается их убить. Давайте к нему полетим, посмотрим, что он там делает. Бенди, как у тебя дела? А как они дверь так подвинули? Ой, их можно так убивать? Ой, монетка просрала. Они ушли. Открывай. Да, обстоятельства не получились. Блин, а прикольно так выживать. Пацаны, вы где? Вы их мочите? Я иду. На, отлетело. Может, надо гранату вонючую взять? А ну-ка, я кину. Ах ты! На. Горячую картофку. Есть. А вот еще есть. Я думал, я всех убил. Она застряла в кладовке, выйти не может. Давайте ее накажем за всех. Аж дверь вылетела. Это прикольно. Че, назад ставить будешь? Не получится. Ребята, сейчас будет 200 штук. Вы готовы? Такого мы, наверное, еще ни разу не делали, но надо сделать. Как-то разнообразить. Ху-ху-ху. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик. Не забываем поддерживать. Больше, больше. Мой компьютер еще не лагает, 60 кадров. Поэтому мы ставим, пока будет меньше 60 кадров. Вот это жесть. А, они ставятся, просто не на потолке. Ого. Ну как вам, нравится, не? Все, 200 валунбоев. Это реально жестко вообще. У меня даже фонарик не работает, но это неудивительно. Так, теперь мы ставим бомбу здесь. Есть у меня эпическая бомба одна. Ну чё, ребята, вы готовы к мощному взрыву? Два... Три. Ломай, ломай, ломай бомбу. А чё она просрала? А, это только начало ее? Ого. Слабовато. Ничего себе слабовато. Не понял, чё они живые? Ну все очень красиво смотрится. Хорошо. О, давай ядерный взрыв. Давай. Джеки Чана включай. Эх, ну что ж ты. Они бомбоустойчивые. Ого, они разлетаются. Хорошо, придется мне взять дело в свои руки. Вот это жесть, что творится. Меня мало. На рабочий стол. Или нет? Ну, вроде еще работает. Даже FPS пропало, не показывает сколько. Один FPS. Опа, FPS растет. Вот это эпический взрыв. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 3. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники гоняются за нами». Диманчик, поздоровайся. Всем привет. Ну что, Диман, кто будет спамнить? Ты или я, или одновременно? Выбирай третий вариант. Вместе. Давай легенько, а то мы сразу жестко начинаем. Давай с легеньких начнем. Ну, давай. Так, давай на улице поставим, пусть уже туда идут сюда. Да, давай. Так, ребята, пиццерия очень классная, большая. Ну и будем сейчас убегать. Так как это пиццерия FNAF 3, поставлю сразу спрингтрапов, Димас. Давай, а я Golden Freddy хочу поставить. Три штуки всего, больше не буду. Все, а и лечу вовнутрь. Спрингтрапов, шесть штук. Шесть штук спрингтрапов поставил. Диман, короче, поставил аниматроников снаружи, а лечу вовнутрь. Ага. И теперь они будут заходить, ну и что-то мочить. То есть они сейчас залетят и будут нас всех искать тут и убивать. Да-да-да, надо быть очень внимательным теперь, Димон. Так, давай тихонько тогда. Так-так-так. Они так... дверь умеют открывать? А я не знаю. Сейчас узнаем. Нет, Димас, иди сюда, прикол покажу. Сейчас-сейчас. Застряли, короче, но сейчас я им помогу сейчас. О, спринт-трупы. Сейчас ты поможешь, что они нас убьют? Нет. Опа, опа, смотри, смотри, какой. Мужик, ты чё? Может, он с этой части лестницу не умеет знать? В лестнице застрял. Не умеет лазить просто по ней. А если я на улицу выбегу? О, пошёл, наверное.
Смотри, какой мужик дерзкий. Хочет меня убить. Вокруг очень машины. Так, 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 так. О! Пошла нет, жара. А, это просто скример вылез. Давай, за мной, мужик. Так, о, я на улицу. Голден Фредди застрял, странно. Еще один тут застрял. Угу. У тут у меня точно не достанет. Ох, так! Давайте. О! Видишь, Димон, ты не смог. Ты не смог? Я не смогу, блин! Так, я буду добавлять. Мало. Меня вы тут не достанете, я очень высоко. О, я знаю, кто может везде ходить. Я думаю, 4-5 штук хватит. Ха! Они меня не достанут, я тут залез на вентиляцию. Так, а я буду здесь. Фиолетовые челики пошли. О, пацаны, вы прикольные, кстати, челики, но вы меня не достанете. А чего вы не можете заходить? Так, все. Димас, беги лучше. А они не могут достать. О, давай. А! Откуда он взялся? Сзади. Так его не было! Во-во-во! Мочите Димона. Ты ж не можешь зайти, я знаю. Ты завел его сюда! Как? Где ты там заход есть? Так, фурный, где ты там? А, застрял, что ли? О, они уже поднялись даже по лестнице. Может тебе помочь удалить эту кровать? Ой, ой, этот стол. Так. А я дверь удалю, так будет лучше. Че, ты меня не достанешь? Не достанешь, да? О, закрывайся, дверь! Закрывайся! В шариках застрял челик. Димон, я прищемил фиолетового человека, он не может пройти. Тут тупик, я бы умер. Так, Димончик, может ты мне как-то поможешь? А куда мне выдвинуться? А тут есть задний ход. О, я знаю, что надо сделать. Отвлёк. Надо дверь открыть эту. Открыть дверь надо как-то. Ага. Она не открывается. Открыть как-то дверь, которая не открывается. Я, короче, удалю ее. Ребята, рискую своей жизнью, но я думаю, я выбегу. А, он просто не может пройти. Что, не в дверях дело. Ну и как выйти? Не знаю. Здравствуйте. Сейчас. Есть у меня идея. Кина, блин. О, я знаю, я кину вонючую гранату. Держите. Они сейчас ай, блин, вот это умный человек. Ого, меня колбасит. Я танцую диско, брейк. Вот это Спайдермен рулит. И вот мы видим, что мой трупейшн тут делает. Так, пусть напишут в комментариях, кого еще можно в следующей серии поспамнить. От кого побегать, так что пишите. Ребята, ну-ка попробуем, марионетка. Марионетка проходит. Марионетка везде проходит, я хотел ее в конце, но придется в начале. Да, потому что... Так, они за мной? Они по за мной. По всей пиццерии мы от них не поубегаем, от аниматроников. Только Дима сказал то, что марионетка по пиццерии умеет бегать, зашел в пиццерию. Димон, помоги! Я тебе ничем, Димас, не помогу. Помоги! Не-не-не. Во, вот сюда никто не пройдет. Марионетка застряла! За это, за дверью. А зачем ты удалил дверь? Беги! Я бегу, Дивольчикс. Я тоже. Блин, она сзади? Тоже. А, ее нету. Надо. Блин. Иду себе по пиццерии, никого не трогаю. Маринетка за угла такая, на мне. О, вентиляцию, прикинь, залезла. А вот это Так, Димон, откуда-то она сейчас ко мне опять придет? За это можно и оштрафовать марионетку. Боже ж можешь! Я хотел, блин, я не ожидал, что она меня убьет. Марионетка, мочи его. Не-не-не, не надо. Во, еще одна. Давайте, окружили Димона. Вот засранки, а. Есть, ладно, я на машине буду стоять. Смотри, тоже. Опа. А, чуть, а все так, в принципе, не неплохо, да, было. Что? Так, давайте к нему, не за мной. С тобой. Марионеток спасу. А меня? Марионеток, значит, спасаешь, а меня нет. Вот так вот, смотри, спасай всех. Димас, нет, не надо, не. Успокойся. Да я чуть-чуть, Димон. Смотри, с краешку. Я убегаю. Димас, твоя штука меня подкинула, ты видел? Да. Ой, убилася. Так мы не увидим танцульки. А, зато мы увидим смертельки. Кстати, тут где-то в пиццерии марионетка застряла, аккуратно. Так, ищем ее. Потому что на меня скример на лице. Так, значит, где-то на первом этаже по любасу залипло. Должно быть.
Ищи. А вот она, Димон. Где? Я пошутил. Понял тебя. Нету никого. Она на первом этаже, скорее всего. А может, где-то на улице залипла? Так, сейчас найдем, по любасу. Скорее всего, она где-то на входе. Да, Димас, она на входе, в пиццерии. Так. Она в стене, короче. Иду со всей силы. Полгай и марионетка, они в стене позастревали, короче. Иди сюда. Бегу, бегу. На этот прикольчик. Да вот я на входе, нету. Нет, ты на другой вход иди, на главный. Другой вход иду, главный. Самый главный, с кассой. Самый главный вход. Да, не черный вход. Не черный, понял. Да. Ну, с парадного прям иди. Опять, летал, пришел в тот же самый проход. Сейчас бывает. Вот. А я иду. Манерионеточку мочить фиолетового челика. Смотри, скачет. О, смотри, что чудит. Говорит, я брейк не умею лобать. Она там руками что-то вытворяет, да? Это, короче, новый танец марионетки. И челека фиолетового, смотри. Сразу. Бум. Да, его вообще не вас как будто пинком отшибет. Чего? О, да я ногу ударю. Ах ты. Некого уже, Димас, некого. А че вы ссыте ногой биться? На. Бей. Ты, Димон, ему посрочный синяк на жопе оставил. Прикольно, я вон... О, все, я ему в землю стопал. Димон, сейчас будет апокалипсиса. Сос. Давай-ка устроим такое. Так, а кого взять? Марионеточками? Нет. Жестче. А два марионеток? Давай. Да, давай марионеток. Я думаю, это будет эпик. Они везде проходят. Так, когда будет лагать, я перестану. Я еще и на крышу бомбанул. Давай, все, Димас, погнали. Давай, поехали. Не-не-не, все. Ого, у меня скримеров, Димон! Два на счет три спрыгнем с крыши. Да я уже умер, подожди. Я тебя жду, давай, лети ко мне. Да не-не-не. А, давай. Кто больше проживет внизу, давай, будет по-честному. Да тут марионетки уже на крыше. Давай, раз, так, два, три. А где все? Все. Беги, Димон, беги! Бегу. Димас, это надо бы не хиопить. Давай, надо прыгать и бежать. Это машина вонючая. Кто ж дольше проживет, ребята? Кто дольше прыгает? Димон покемон кенгуру. Димас покемон. Нет, не навстречу. А, нет, ты не навстречу. Есть! Ну, я сейчас живу, ребят. Ого, их сзади! Блин, я так испугался. Вот теперь четко все. Все умерли? Да, все. О, теперь точно все. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и Кит Макс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта Лабиринт. Будем играть в прятки-догонялки. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Я пошел. Все, время пошло, 35 играем, секунд. Играем, ребята, кстати, мы на карте Лабиринт. Карта новая, крутая. Давайте взлечу, покажу, да. Пока они разбегаются. Мы еще и не записывали, вам она понравится. Она просто здоровенная, здесь 9 отсеков здоровенных. И все здесь есть. Волны, нашел лабиринт. Карту. Ой, нашел место. Ну да, здесь можно сказать карту. Нашел, Димас, место, короче. Давай считай, до скольки умеешь. Да я не умею. Поэтому я сразу иду убивать. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Так ты же аниматрониха. Аниматрониха? Я аниматроник Фокси. Ты че обзываешься? Ну ладно, я прощаю тебя. Офигеть, спасибо тебе, Димон, ты такой добрый. Ребята, ставьте лайк за хорошее настроение. Ну все, Димас, читай. Я иду, я уже иду. Я, кстати, хожу, нифига не нахожу. Ну, тут очень все так как-то слип. Я увидел кого. А, то портал шевелится. А, Димас, а можно тебе ловушки ставить? Ну, такие западлические можно. Обычные нет, нельзя. Я, в общем, такое западбол тебе сделаю. Падала. А тут только можно два про поставить, вот говно. Димон! Ах ты, говно! Или кто это был? Это не я. Это я. Отступаю в портал. Отступай отсюда. Блин, он так быстро убежал, не успел его поймать.
Я знаю, ты, я знаю, что Димон, знаешь, где ты прячешься? Хочешь, я угадаю? В туалете. Димон прячется, там где вот эти кубы стоят. Нет. Нет. Не знаешь, где я прячусь? Я знаю, просто не хочу говорить, чтобы ты не умер сразу. Ты что летаешь тут? Я не хотел. Я не могу убить его! Бессмертие, что ли, включено? Да, стой. Бессмертие, Димас, выключайте. От говно! Это, кстати, кстати, не кстати, был, настройка Димас. Песочницы, да. Не, я бессмертие был. Не включено. Это просто очень быстро. Это очень странно. Давай возьмем другого аниматроника. Может, он не может убивалку делать? А может, ты по нему не попадаешь просто? Да не, я прям попадал, там ник светился. Прям вот и ниже, и выше брал. И по голове, и по спине лупил. Я буду за Лефти играть. Он точно убьет всех. Не, не всех. Так, ну что-то, ребят, пока тихо, пока мы что-то не наблюдаем. А ты можешь подсказку дать мне какую-то? Да, могу дать подсказку. Я сделал ловушку. Димас, хочешь мне подсказку? Пойдет, Димас, подсказка нормальная? Ну такое себе. Я ищу запах по ловушке. В общем, если что, я вижу свет. Какой? А какой цвет вокруг тебя? Не, если я скажу, то я спалюсь сразу же, Димас. А нет, может, у такого нету. Не-не-не, спалюсь. Глупо от нас. Спалюсь. Сразу спалюсь, Димас. Палево 100%. Ну, приблизительный скажу. Цвет. Ну, нет, я не буду говорить. Есть! Лефти это сделал. Кэт Макс, так, давай помогай мне, потому что они очень мощные. Двое? Да, нас теперь двое. Одни остались. А? Мы с тобой вдвоем остались, да, Серега? Да. Ну что, Серега, как думаешь, кто окажется в лапах аниматроника, я или ты? Ты. Ну, скорее мы оба. Не, оба невозможно вообще, не получится. Получится, я так сделаю. Димон, я иду к тебе. Ты ко мне придешь? Приведу Димаса с Китмаксом. Я иду к тебе. О, тут лифтик есть какой-то. Да тут карта здоровенная, я не изучил еще. Ой, кого-то видел там. А нет. Давайте сюда пойдем. Тут я был. Так. Ищу диванный покемон. Опасного преступника аниматроника. Не могу найти их. Ищи, ищи. Ищу, ищу. Найдешь нас по запаху. Ой, ловушка Димона сработала. Ах ты хитрый жук. Это моя вообще-то ловушка была. Димон, ты где-то здесь. Я вижу гранату, Димон. Есть! Сережка! Ого, сколько здесь гранат? Поставил себе стульчик, воду, арбуз себе сделал. Молодец, красава. Кинотеатра не хватало. Ну где-то здесь. А мы его сейчас найдем. По-моему, он в это, в розово-зеленой лаймовой комнате где-то здесь. Я по выстрелам слышал, что где-то он тут, да. Розово-зеленый? Кого-то видел. Ты спалился, я слышал. Нет, ищите так внимательный, я где-то очень хорошо спрятался. Ребята, это походу самая имбовая нычка, которая вообще есть на этой карте. Реально, они сколько уже ищут, найти меня не могут вообще. Дима, на тебе, я знаю где ты, я ищу тебя. Ты вот здесь, где-то в этих комнатах, там где звездочки есть. Да, он здесь скорее всего, вот я сейчас ищу. Я слышу, кто-то стреляет. Тут, короче, звездочки, всякая мотня нарисована. Да. Полосочки. Тебе моя ловушка настолько понравится, насколько вообще может понравиться. Ну что-то спробуем. Тю, я испугался. Это наш. Портал. Вот, ребята, смотрите. Вот портал. Здесь, Димон. Вот здесь. Желто-розовая, пацаны, все сюда. Нет. Вот, блин, нет. Ребята, классная, надеюсь, нычка вам очень понравится. Так подсказывай. Уже. Короче, я вижу что-то красивое. Ты в зеркало, да, наверное, смотришь? Нет. В общем, я вижу белый цвет. Белый? А где у нас есть? Розы. Белые розы. В общем, я вижу белый цвет. И он тут единственный, который вообще существует. Цвет. Цветов. Цветов. Белый? Единственный. А, я понял, всё, я иду туда, понял. К Тиман, к тебе. Можно найти этот лабиринт? Он тут в окне где-то сидит. Заныканный, в окошке. Не. Вот, да, в окошке может быть. Вот здесь, вот, я, ребята, знаю, я иду к нему.
Есть! Димон, если бы ты не сказал, какой цвет, я бы тебя не нашел. А я почему тебе говорил, что если я тебе цвет скажу, ты меня найдешь сразу же. Блин. Какие мои ловушки невидимые? Вообще крутые. Крутые демонычки и ловушки я не видел. Ладно, давай ты будешь искать теперь, умник. Теперь я ищу? Конечно. Все, Димон, давай, я запрятался, ищи. Все, я жду. Можешь искать уже, все. А, все, все запрятались? Конечно. Я играю, кстати, за кошмарную марионетку, сразу вам скажу. Вот это страх. Вы еще обосретесь, когда меня увидите. Да, я уже чувствую, кто-то вальнул. Знаете, почему я ее взял? Потому что она самая быстрая из всех аниматроников. Ты думаешь? Да, я знаю. Она единственный аниматроник, который быстро бегает. Ай, блин, какую-то жопу упал. Так. Блин, где же вы спрятались, какашечки? Я могу тебе подсказать, хочешь? Не. Ах, застрял. Надо заново становиться другим аниматроником, я стану. Нет, нифига, стану таким же. Так. Блин, где же вы спрятались-то, а? Я могу тебе цвет сказать, приблизительный. Не, не надо, я пока начал. Как говорится... Блин. Опа, нашел одного камнюшку. Мочи, Димон. Я за ним бегу. Или не за ним. Так, а где он? Блин, он в лабиринте из этими из этих колонн, знаешь, лабиринт. Да, там очень тяжело поймать. Давай. Да мне не нажимается. Черт, давай. Бери лефти, Димон, лефти сразу мочит. Есть! Yeah. Кэт Макс ушел. Серега, мы с тобой вдвоем остались, одни. Ну, давай, получается, я все равно же последний выжил. Ну, получается, победителем был в той игре, да? Да. А в этой игре победителем кто-то будет из вас, либо Серега, либо... Хочешь, Димон, приз мы тебе дадим? Приз, показывай рыбу. Приз, да, тебе? Да. Под подушку утром увидишь, там у тебя будет приз. Насрёшь, что ли, туда? Да не делать ничего, тебе под подушки ночами срать. Не знаю. Вот это у тебя фантазии, Димон, класс. Так, я чувствую, что вы где-то здесь. Вот где-то вы здесь запрятались. Просто я пока еще не догнал именно где. Ох, блин, вот это лабиринт. Как в нем вообще кого-то искать? Димас, давай присаживайся. Вы были в лабиринте, где-то вот эти кружочки выпученные были, такие? Были, да. Мы там. Офигеть, сейчас. Тут вообще такая наркомания происходит. Вот это мы сейчас там, ты нас сейчас можешь найти. Не, вас там нету, я потому что все обыскал. А, нет у нас там, да. Да, нету. Так, чё, Кэт Макс, ты мне помогаешь? Да. Давай, Димас, сюда чаёк попьём, пока они нас... Не-не-не-не, они нас там могут найти или не? Нет. О, норм, пойдёт, садимся. Только ничего не вижу, сильно кружки большие. Вы чё, вместе, что ли? Да, мы ныкаемся от вас. Серёга поставил, короче, стол, чайник, две кружки и какой-то... Молоко. Ну это молоко, наверное, я не знаю, что это. Молоко. Вот вы офигевшие, конечно. А, милк написано, да. Мы сидим чай пьем, что ты лезешь? Я лезу, да. Зима, холодно на улице, снег лежит, а у нас чай горячий с молочком. Отлично. Эх, жалко то, что конфет нету. Так давай заспам, это же Гаррис Мод. Тролли, блин, я сейчас вас найду. Так это не конфет, это кукла какая-то вонючая. Ой, куда же вы запрятались, а? Я могу тебе цвет подсказать один, а их тут несколько. Ну, два. Давай. Я вижу розовый цвет. А я вижу арбузы. А он видит арбузный цвет. Да, нормально. По арбузу, да, дал? Не, я сяду, чтобы нас видно не было. Аллилуйя, это дождь. Я просто помню какой-то биом. Есть, но как-то не знаю, как туда пройти вообще. Я забыл, какой портал нужно использовать туда. Да на В пролети, если хочешь. Не хочу. Я пролетал иногда, потому что сильно далеко бежать. Не, я все хочу, чтобы по-честному было.
А, ну давай, честный человек. Честный человек. 6 гребаных часов спустя. Пацаны, вы где? Как выйти с этого портала? Не могу найти чертов портал. Не-не-не, все уже, все нормально. Сейчас третье. Нашел Серегу. Если вы говорите то, что у вас несколько цветов. Один это розовый. Второй это... Я вас уже найду. Кто на лифте? Здрасте. Забор покрасьте. Нормально сидели, пили чай. Я помню этот биоп, только забыл, как к нему проход найти. Нашел, нашел. Ты пролетел на В. Нет. Я на записи посмотрю потом. Посмотри, посмотри. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем...